Всем нам хочется встретить старость на своих ногах и при светлой памяти. Некоторым женщинам еще и на каблуках. Но случается по-разному. И ответственность за хрупкую жизнь престарелого родственника может неожиданно свалиться на повзрослевших детей и внуков. Поговорим сегодня с Ириной Иващенко, руководителем программы «Уход на дому» благотворительного фонда социальной поддержки «Семейный центр». Я, например, на личном примере скажу. У меня бабушка, она болела долгое время, и мы ее не могли оставлять надолго дома одну. Хотят вот обидеть своего близкого родственника, говорят, отдай меня в дом престарелых, я буду там жить. Но мы же это прекрасно понимаем, что они этого не хотят, и это звучит, знаете, как укор своему близкому. Ведь пожилые люди, они как дети. Они мне говорят, ой, была вчера Анечка, сделала мне ножки, показывает мне, и вы видели эти счастливые лица. Ирина, если в семье надолго и тяжело заболел престарелый родственник, какие варианты ухода есть у семьи? Самый лучший вариант – это обеспечить уход за нашим пожилым родственником дома. Есть такая пословица, вы знаете, дома и стены лечат. Вот, помогают дома стены. Поэтому есть много вариантов для того, чтобы организовать достойный уход дома. Ну, смотрите, если, допустим, в семье, как правило, взрослые дети, у них есть рабочие проблемы, они должны заботиться о своих подрастающих детях. Откуда им взять время? И как это сделать? Понятно, но можно же использовать какие-то дополнительные ресурсы. Да, у нас есть государственные службы, муниципальные, которые помогают в уходе за пожилыми людьми. Это социальные работники, которые приходят домой к клиенту, к родственнику, к пожилому человеку и оказывают ряд услуг. Это и покупка продуктов, это и посещение каких-то организаций различных. И это может быть и уборка, это может быть и помощь в приготовлении. То есть наши муниципальные городские социальные службы, они оказывают большой перечень услуг. Если это лежачий подопечный, который требует постоянного ежедневного ухода, то можно прибегнуть к помощи сиделки, профессиональной сиделки. Можно разделить обязанности между родственниками. Нужно еще и понимать, что дети, маленькие дети, да, они тоже могут оказать помощь своим престарелым родственникам, бабушке или дедушке, посильную помощь. То есть нельзя их выбрасывать из перечня людей, которые бы могли участвовать в уходе за пожилыми людьми. Вот, поэтому очень много возможностей. Сейчас есть много реабилитационного оборудования, которое направлено на то, чтобы облегчить уход за пожилым человеком дома. Это и кровати есть специальные, медицинские, и различные ходунки, и различные подголовники, даже и средства, которые помогают помыть человека в постели, так, чтобы это было комфортно и подопечному, и ухаживающему. Вот. Сейчас мы все где брать это оборудование? Все это оборудование, оно продается в магазинах медтехники, и есть сейчас пункты проката, где можно это оборудование взять на прокат. То есть если нет необходимости использовать это оборудование постоянно, то можно взять на прокат это оборудование на какой-то определенный срок. Есть у нас в Ростове пункты проката. Ирина Григорьевна Иващенко. Базовое образование. Донской государственный технический университет. Факультет автоматизация и информатика. Профессиональная деятельность. Социальная работа. Семья. Мама, дочь 16 лет, муж и собака, померанский шпиц по кличке Клеопатра. Достижения. Одно из главных достижений – любимая и крепкая семья. Второе – любимая работа. 20 лет в одной организации, 19 из которых – руководство службой «Уход на дому» с коллективом более 100 человек. Интересы. Отдых с семьей, путешествия, театр, встречи с друзьями. Кредо по жизни. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Я считаю, что вариант хоспис, он возможен в том случае, когда подопечный либо страдает уже крайней стадией болезни Альцгеймера, да, ну или разновидностью, в общем, каким-то психическим расстройством, или старческая деменция, но уже в крайней стадии, когда он не понимает, где он находится,
что с ним происходит, когда ему, в принципе, все равно, да, у себя он в квартире или он в каком-то другом помещении. И здесь проблема в том, что нужно облегчить существование как раз-таки вот тем окружающим, близким, родным, потому что наблюдать за тем, как твой родной человек, он совершенно меняется, он совершенно становится неузнаваемым, это очень больно и тяжело, психологически тяжело. И здесь, конечно, если есть возможность, надо подыскать такой дом-хоспис или дом престарелых, который специализируется именно на уходе за такими пожилыми людьми, за людьми вот с таким заболеванием. Или если человек, знаете, вот уже в крайней стадии, да, своего заболевания, когда мы уже видим, что через какое-то время придет как бы какой-то конечный, придет к конечному результату его жизнь. Но опять-таки это должен каждый определить для себя, чтобы не чувствовать потом свою вину. Я, например, на личном примере скажу. У меня бабушка, она болела долгое время, и мы ее не могли оставлять надолго дома одну. И мы просто с мамой пришли к выводу, что мама будет работать, найдет другую работу на неполный рабочий день. Я работала, бабушкина пенсия, оплачивать на тот момент услуги сиделки мы не могли. Вот, и мы вот решили так, и мы несколько лет таким образом ухаживали за моей бабушкой. Мы продлили на эти несколько лет жизнь, потому что все врачи в один голос говорили, что, в общем-то, все, это конец. Ждите, вот-вот. Врачи ошиблись, слава богу, и я так думаю, что это только благодаря тому, что мы были с ней рядом, благодаря тому уходу, который мы смогли ей, приняв такое решение, оказать. Вот на несколько лет мы и продлили жизнь. И мы ни разу не усомнились, вот прошло уже, получается, 16 лет, 17 лет, мы ни разу не усомнились в том, что то решение было единственно правильно. Угу. Вот. Вы уже достаточно долго занимаетесь патронажной службой, да? И у вас было много самых разных клиентов. Вот как они говорят, какой для них лучше всего уход? Вот... За 20 лет работы в этой организации, и 19 лет я руковожу программой «Уход на дому», я пока ни разу не слышала ни от одного клиента, что он хочет жить в доме престарелых или в хосписе, закончить свою жизнь. Ни разу. Было в сердцах, когда-то бывает, знаете, когда обидятся на родственников или на своих близких людей, и они начинают, вот, лучше бы мне доживать дом, это свою жизнь в доме престарелых, или, знаете, как говорят, хотят вот обидеть своего близкого родственника, говорят, отдай меня в дом престарелых, я буду там жить. Но мы же это прекрасно понимаем, что они этого не хотят, и это звучит, знаете, как укор своему близкому. Ведь пожилые люди, они как дети. Да, и они обижаются, и никто из них не хочет никогда закончить свою жизнь где-то, в чужом доме, в казенном доме. Ну вот есть еще такая проблема, если в семье, ну, допустим, там дети ухаживают за своими родителями, то возникает эмоциональное выгорание. И вот как его упредить, это эмоциональное выгорание? Вот где здесь выход? Вот для того, чтобы не было этого эмоционального выгорания, для того, чтобы было легче родственникам ухаживать за своими родными и близкими, вот для этого и существует наша патронажная служба. Для того, чтобы человек мог работать, родственник, да, приходит наш патронажный работник, он осуществляет уход за пожилым человеком, тем самым давая возможность дочке или сыну, да, ну, в общем, родственникам, которые осуществляют уход, иметь свое личное пространство, свое личное время, работать, пойти в парикмахерскую, например, да, или посетить внуков, или пойти в театр, в кино, предположим, да, то есть вести нормальный образ жизни для того, чтобы этот пожилой человек, родственник, он не был для них в тягость, для того, чтобы не было какой-то неприязни, скажем так. Потому что, ну, если вы можете себе представить портрет нашего пожилого человека, да, нашего клиента, это 80, 75 плюс, скажем так, 80 в программе «Уход на дому». Следовательно, люди, дочка, сын или ухаживающий за ним, это тоже, в общем-то, уже не очень молодые, не очень люди, молодые, да, люди, да, и которым тоже тяжело осуществлять этот уход, и которым нужно и работать,
и тоже как-то общаться с друзьями, и уже психика, скажем так, подвижна, да, у родственников в этом возрасте. Им нужен, конечно, нужна разгрузка для того, чтобы не было конфликтов, не было обид в семье, для того, чтобы родственники не чувствовали себя как-то, ну, да, скажем так, под гнетом этого пожилого человека, что мы к тебе привязаны, мы тебе обязаны, у нас никакой личной жизни. Для того, в принципе, существует наша программа, и мы работаем во благо и клиентов, и, конечно же, и во благо их семьи, скажем так. Вот в перечне ваших услуг я заметила, что есть массаж, есть маникюр и педикюр. А вот эти процедуры, какой имеют психотерапевтический эффект? Вы знаете, мне кажется, это очень важно, особенно для женщин. Для мужчин, да, но для женщин, потому что, ну, вы представьте, да, человек, который находится дома, который не может выйти, обработать себе ножки, помимо того, чтобы сделать себе стрижечку, да, помимо того, что, ну, это как бы гигиенически все должно производиться, да, для того, чтобы не было проблем нашего подопечного. И это же еще и приятно, когда женщина находится в порядке, когда к ней приходят родственники, когда к ней приходят какие-то друзья, знакомые, а у нее педикюр, а у нее ухоженная головка. Как это приятно. Я слышу зачастую от наших подопечных, прихожу на визит, они мне говорят: ой, была вчера Анечка, сделала мне ножки, показывает мне. И вы видели эти счастливые лица наших клиентов, и они мне говорят: Ирочка, вот я такое впечатление, что я на свет народилась, вот как будто с меня какой-то груз сняли. Ваши патронажные сестры, они рассказывают о своих проблемах, вы там обсуждаете эти проблемы. А какими радостями они делятся? Вот какие они положительные эмоции получают от вот общения с людьми, которые так нуждаются в их помощи? Вы знаете, для них важно, предположим, возьмем такой вариант, когда человек упал, сломал шейку бедра, и когда он восстановился, и когда он делает первые шаги на этих, на своих одуночках, и они приходят, они с таким восторгом об этом рассказывают. Для них это победа, для подопечного это победа, но это и их победа. Они тоже это, для них это счастье, радость, когда подопечный или постинсультный больной, да, он смог самостоятельно, например, взять ложку, или он смог самостоятельно там сесть в постели, или он сделал первый шаг. Это вот как радость за маленького ребенка, который сделал первый шаг в своей жизни. Отношение наших детей к пожилым людям зависит от того, что они видят вокруг, от того отношения, от того, что они видят в семье. Как мы относимся к нашим родственникам пожилым? Как мы их любим, как мы о них заботимся, как мы о них говорим, как мы на них смотрим. Дети все это впитывают. Как мы относимся к своим близким, к родным, такого же отношения мы можем ожидать в дальнейшем и к себе в старости. В последнее время в обществе меняется отношение к культуре старения. Проблемы пожилых людей стали как бы видимыми. И накапливается опыт ухода за престарелыми, немощными людьми в кругу семьи, на дому. И этот опыт может оказаться очень многим полезен, потому что в такой ситуации одной любви может оказаться недостаточно. Встретимся через неделю.